Что вы скажете об уходящем 2021 году? Какие впечатления он оставил? Что запомнилось вам? Положительные впечатления. У нас вот ребенок у нас появился. В Анапу скаталась, это хорошо. Отдохнула в сентябре, да. А так, слава богу, все живы, все здоровы. Все у меня получилось в этом году, все хорошо. Ну, не болела, по крайней мере, этим ковидом. Все прекрасно. Я побывал в разных городах. Вернулся снова в свой родной Котлас. И каждый год я здесь с семьей отмечаю Новый год. И надеюсь, эту традицию я не буду нарушать. А что пожелаете в следующем году котлашанам? Желаю котлашанам главное здоровье, удачи. Чтобы были все довольны и дома всегда царило тепло. Крепкого здоровья, всего хорошего. Чтобы пенсионерам, работающим и неработающим Путин прибавит. А что пожелаете котлашанам в следующем году? В следующем году? Ой, чтобы закончился весь этот дурдом. И чтобы все у нас делалось для людей. Чтобы депутаты думали у нас и власть. Счастье, здоровье. Чтобы болезнь ушла у нас. Всех поздравляю. Чтобы нас слышали, от нас учились, и этот и молодежь, с нас брали пример. Пожелаю, конечно же, в эти непростые дни крепкого здоровья всем, хорошего настроения, крепкой печени, ну, потому что новогодние праздники все-таки у людей, ну и, собственно, побольше радости, чтобы не ругались никогда люди и меньше конфликтовали.